бодренько так она. Да. Если еще кошку увидит, она вот сидит. Если кошку увидит. Да. Дико, пошли. Так сажать. Давно гуляет, долго ждали. Ну да. Угу. Пошли, пошли, пошли сама. Пойдем. Иди сюда. Ника. Она вот нам напарница. Пойдем. Как я вообще без полотка вот это, ну да. Сюда ее завезти? Я же знаю, я вижу вас, Гиберда. Все нюхает. Все, и ноги двигаются, и все у нее. Кушает хорошо. А она у нас всегда такая справная, что кушает, что не кушает, она такая с детства была. Плотненькая. Плотненькая, да. Не Куся. Ай, молодец. Восседает, старенькая. Да, 10 лет, солидная дама. Посидела. Все интересно. Она вот живет своей жизнью. Нормальной такой собачьей жизнью. И все интересно. Хотя многие мне говорят, что ты не мучаешь собаку. Зачем? В принципе, не собака мучается, мучаюсь-то я, наверное. Что значит не мучаю? Нет, они думают, что я мучаю собаку, понимаете? Ага. Она меня мучить может, но не я ее. Однозначно. Пока она кушает, она хочет жить.